американской корпорации. eBay разделит свой бизнес на две отдельные независимые компании eBay PayPal в 2015 году. Об этом говорится в сообщении eBay. Разделение даст возможность обеим компаниям сфокусироваться на своем бизнесе, а также создаст лучшие перспективы повышения капитализации PayPal и eBay. Президент и гендиректор eBay Джон Донахью и главный финансовый директор Боб Сван будут отвечать за разделение бизнеса под наблюдением совета директоров. Также отмечается, что никто из них не будет играть управляющую роль в eBay или PayPal. Ожидается, что они войдут в советы директоров новых компаний Двин Веник. Нынешний президент eBay Marketplaces станет гендиректором новой eBay и возглавит направление eBay Marketplaces eBay Enterprise. Дэн Шульман назначен президентом PayPal и кандидатом на пост гендиректора новообразованной компании после отделения. Компания eBay – один из мировых лидеров интернет-торговли с выручкой 9,9 миллиарда долларов и оборотом 85 миллиардов долларов за последние 4 квартала. На eBay Marketplaces приходится 8,7 миллиарда долларов выручки. Компания насчитывает 149 миллионов активных покупателей. Мобильное приложение eBay установили 200 миллионов раз, а объем мобильного бизнеса компании оценивается в 20 миллиардов долларов. PayPal, входящая сейчас в состав корпорации eBay, одна из крупнейших электронных платежных систем. Объем проведенных платежей за последние 12 месяцев – 203 миллиарда долларов. Выручка – 7,2 миллиарда долларов. В базе компании зарегистрированы 152 миллиона клиентов. Объем мобильных платежей PayPal в 2013 году оценивался в 27 миллиардов долларов. Ожидается, что компания в 2014 году проведет миллиард мобильных транзакций.